29-й лицей. Родители будущих первоклассников подают заявление. Я бы сказал, это судьбоносный день в жизни нашей семьи, в жизни моего ребенка. Лицей набирает только 50 первоклассников, а родителей, желающих устроить сюда своих детей, в два раза больше. В столице таких горячих точек сегодня 10. Школы повышенного уровня очень востребованы. На самом деле достойных школ очень много в городе. И мы понимаем, что в любом случае и в 5-й класс у нас по конкурсу уже там мы принимаем, и в 1-й класс, и в 10-й класс у нас много претендентов. Но при этом у каждого есть шанс, поэтому родители пытаются пользоваться любым шансом. В 24-м лицее запись началась утром. Полчаса, и все места разобрали. Мы открываем 4 класса по 20 человек. Это 80 вакантных, так скажем, мест первоклассников. Вот. Но если визуально посмотреть, более сотни, наверное, родителей уже пришло. Потом приходили те, кому торопиться незачем. Семьи с приоритетным правом на зачисление. Сын поступает в 1-й класс, потому что здесь учатся старшие 2 дочери. В списке льготников также дети военных, работников силовых структур. Большинство из них выбирали самый простой способ записать ребенка в 1-й класс через региональный портал госуслуг. На данный момент поступило 92 заявления. Вот дата подачи, время подачи прямо до сотых тысячных секунд. Утром в школах фиксировали много онлайн-заявок. В столичном управлении образования констатировали, помогла большая репетиция. 3000 родителей протестировали региональный портал заранее. И сегодня выбирали его, чтобы продублировать запись для надежности. Я объезжаю сегодня многие школы, и у нас создана группа, где мы общаемся с руководителями образовательных организаций. И все обратную связь дают, что на сегодняшний момент и личный прием, и региональный портал – то есть самое большее количество. Правда, в полдень начали поступать сообщения о сбоях в работе федерального сервиса, который отвечает за авторизацию на региональном портале госуслуг. Проблему решили в 15:00. В Удмуртии было уже 3000 родителей, которые подали заявление онлайн. В этом году появился еще один способ записи в 1-й класс. Можно отправить заявление почтой. И действительно, сегодня в 9 утра в 24-й лицей пришло 2 письма. Принес их почтальон. Надежда получить место в лицее остается до 30 июня. Если какие-то семьи переедут или выберут другую школу, сегодняшние списки изменятся. Те, кто был ниже в рейтинге, поднимутся и попадут в свою школу мечты. Марина Баль, Юрий Зеленький. Новости.